Лицейские классы при вузах. Практика для Ульяновского региона уже не новая. Напротив, такую форму обучения в губернии внедряют уже несколько лет. 1 сентября 2016-го в Ульяновском техническом университете открылось еще одно направление. Будущих студентов отныне будут готовить в IT-лицее, который расположен непосредственно в высшем учебном заведении. Но перед тем, как школьники заняли свои места за партами, 3 месяца в новых кабинетах велись ремонтные работы. Ремонтированы 8 классов плюс преподавательская, потолки, стены, поменены окна. Ну и самое главное, то, что правительство Ульяновской области выделило 8 миллионов рублей на оснащение лицея, то есть это пошло на закупку компьютерного оборудования, интерактивного оборудования, то есть сегодня оно здесь развернуто. Университетские классы дадут лицеистам реальную возможность расширить свои знания по профильным предметам, более полно и подробно погрузиться в сферу высоких технологий, а также обдуманно и планомерно подготовиться к поступлению в высшее учебное заведение. Я хочу получить больше знаний в сфере IT. Для этого IT-лицей больше всего подходит. Ну, еще меня привлекают перспективы, дальнейшее поступление в университет ЛГТУМ. Очень интересное направление было, очень распространено сейчас. Тут не только IT, но еще и английский углубленный, поэтому он для меня очень интересен тоже, как и IT-направление, собственно. В 5 из 6 классов, которые открылись в ЛГТУ, в День знаний будет вестись углубленная подготовка в сфере IT. Еще один класс социально-гуманитарного профиля. Такой перекос в сторону высоких технологий обусловлен тем, что регион, как и вся страна в целом, нуждается в высококвалифицированных кадрах технологической направленности. Инженеры, программисты, конструкторы – это лишь часть из перспективных профессий будущего. IT-отрасль у нас является передовой в Российской Федерации, и практически все выпускники нашего университета сегодня являются руководителями крупнейших IT-компаний, не только ульяновских, не только российских, но и европейских и американских. Одно из преимуществ университетских классов в том, что на базе ведущих вузов региона уже созданы необходимые условия, которые соответствуют современным требованиям и стандартам. Общая материально-техническая база университета и школы станет для старшеклассников существенным преимуществом при подготовке к единому государственному экзамену. Уверен, что сегодня никому не надо доказывать значимость информационно-коммуникационных систем для современного мира. Мы прекрасно понимаем, насколько сегодня востребованы эти специалисты. Да и сами мы здесь, в Ульяновской области, не только это понимаем и готовим кадры, но и достаточно активно развиваем IT-сектор. Всего 1 сентября этого года в 429 школ губернии пошли более 115 тысяч человек. Из них 12,5 тысяч – первоклассники. Именно этим ребятам в скором времени предстоит создавать новое будущее нашей страны. Передовое и высокотехнологичное. Артем Петров, Олег Тоньшин, репортер 73.